все части этого рассказа с финалом, а также начало нового и плюс секретные страшные истории уже вышли на моей аудиоплатформе на Boosty, в Телеграм-канале и на Патреоне. Слушайте на месяц раньше Ютуба, без реклам, с возможностью скачивания в телефон для офлайн-прослушивания. Все ссылки в описании. Зоя, ну где ты там? Чего ты топчешься? Бога ради, давай за руку меня держи. Ну, мам! Не мамкай мне тут. Седьмой час, а мы ничего не купили, считай. Хочешь Новый год в обносках встретить? Филатова Ольга Леонидовна. Красивая, но какая-то нервическая и будто бы рано потускневшая женщина лет 30 заправила за ухо непослушную после салона красоты залитую лаком прядь, поудобнее перехватила пакет с говяжьей вырезкой и мандаринами, врезавшейся ручкой в пальцы. Мандарины отчетливо пахли праздником, но у самой Ольги праздничного настроения не наблюдалось. От повсеместного этого запаха ее вообще начинало мутить. И дома, и на работе, везде мерещатся проклятые мандарины. Зоя, руку! Потеряться еще не хватало, смотри, народу сколько! Все ее мысли были заняты списком покупок и подготовкой к семейному торжеству. Темнеющее небо 30 декабря 99-го безжалостно напоминало, что завтра приедут свекровь с мужем, и если она не хочет вновь увидеть уничижительный взгляд и поджатые губы кошмарной старухи, предстоит очень постараться и, как минимум, полдня провести у плиты. Вокруг нее бурлила и кипела незамысловатая жизнь привокзального рынка, последней ярмарки в уходящем году. Люди толпились и толкались, перекрикивались, кто весело, кто сердито, хаотично бродили от одной синей палатки к другой, перемешивая снежно-грязевую кашу с песком и размокшими картонками в узких проходах между торговых рядов. «Полгорода сюда сегодня приперлось, что ли?» Пробурчала под нос женщина, стойко игнорируя тот факт, что и сама выбралась в город только под вечер, отпросившись с работы. Улучив момент, Ольга ввинтилась в просвет между чьих-то пуховиков и быстро пошла по ряду, углубляясь все дальше в развалы и зорко оглядываясь в поисках чего-нибудь хоть относительно пристойного. За ней едва поспевала конючащая Зойка, недовольная, что ей не дали вдоволь похлопать глазами возле прилавка с петардами, игрушками и елочными украшениями. Со всех сторон чуть ли не в два этажа громоздились и нависали джинсы и дубленки, аляповые курточки, спортивные сумки и чемоданы, меховые шапки и бог знает какие еще тряпки. На импровизированных прилавках из раскладушек громоздились горы китайской электроники вперемешку с кассетами, дисками, плохо поклеенной турецкой обувью и выцветающими после первой же стирки халатами. Почуявшие наживу дородные продавщицы и хитрые усатые мужички сновали от покупателей к туго набитым клетчатым баулам и обратно, вовсю расхваливали свой товар и чуть ли не за рукава хватали прохожих, стараясь всучить кто манто из кошки. «Настоящая белка!» Кто обувку. «У меня сын в таких же ходит, им сносу нет!» Над всем этим гамом и суетой то и дело разносились из невидимых репродукторов обрывки песен и совершенно неразборчивые, зато до абсурда оптимистичные рекламные речевки, лишь усиливая ощущение царящего на рынке бардака. На одном из страшненьких манекенов, что были не хуже своих хозяев, побиты непростой кочевой жизнью и кое-как перемотаны в порядке ремонта скотчем, Ольга заметила приличную с виду белую блузку. Пожалуй, она подошла бы к ее строгой юбке-карандашу. Спустя 10 минут, закончив ругаться с продавщицей на тему бессовестных цен, она возмущенно отвернулась, но ее требовательная протянутая в сторону ладонь нащупала только пустоту. «Зоя, идем!» — сказала она, оглядываясь. «Зоя, кому говорят?» Вправо и влево шли люди, ненадолго останавливаясь под навесами палаток, а затем продолжая свое паломничество. Продавцы длинными палками снимали вешалки с приглянувшейся кому-то одеждой и бегали греться в «Жигули» прямо из багажника, которых шла
бойкая торговля импортными видеомагнитофонами. Под монотонное завывание «кофе, чай, беляши и пирожки» проехала мимо исходящая паром тележка, толкаемая полной теткой в фартуке поверх тулупа. Дочери нигде не было. На улице темнело. «Зоя!» — крикнула Ольга, чем на секунду привлекла к себе несколько равнодушных взглядов. «Зоя, иди сюда, ты где?» «Ох, и всыплю же я тебе, барышня!» — произнесла она уже тише, массируя висок. Чувствовала, как вместе с волной раздражения поднимается и головная боль. «Вот ведь бестолковая, небось, к игрушкам своим вернулась. Вы не видели, куда девочка пошла? Коричневая куртка, шапка с помпоном?» Обратилась она к продавщице с бессовестными ценами на поддельные тряпки. Та только обиженно фыркнула. «Ничего я не видела. Следить надо лучше за своими детьми». Не удостоив хамку ответом, Ольга быстро пошла назад по проходу, всматривая в толпе бежевый помпон. Обладательницу помпона определенно ждали неприятности. Вот впереди показался перекресток, но ни Зои, ни палатки с игрушками на пятачке не было. Вместо нее на натянутых веревках и дверях морского контейнера были почему-то развешаны мужские костюмы похоронного вида. Сама заблудилась, что ли? Не было печали. Раздражение понемногу начало сменяться страхом. Девушка закрутила головой, сунулась сперва в один проход, затем в другой. Все они выглядели совершенно одинаковыми. Развернулась и почти побежала, расталкивая прохожих в обратном направлении. «Зоя! Зоя, ты где?» Вот та самая чертова блузка. Но тетки за прилавком на этот раз не было. Раскладной стульчик пустовал. Дальше, дальше. Взгляд бездумно скользил по вывескам, болтавшимся там и тут на растяжках. Колготки, Италия, Чехия, туалетная вода, Франция. Ремни, бляхи, чемоданы. «Извините, вы тут девочку не видели? 11 лет, шапка с помпоном». «Нет, а вы? Куртка такая коричневая, шапка. Простите, женщина, вы тут девочку...» Ольга и думать забыла про покупки. Она металась вдоль наваленной кучами одежды под удивленными взглядами продавцов. Ряды безруких и безголовых полуманекенов с напяленным на розовый пластик неприличным кружевным бельем тоже будто бы обвиняюще смотрели на нерадивую мать, умудрившуюся вот так на ровном месте потерять дочку, потому что какая-то там блузка оказалась ей, видите ли, важнее. Очередной перекресток. Проход налево загорожен, там разгружают газель. Куда теперь? Прямо или направо? Бесполезные вывески покачивались на ветру. Джинсы, костюмы, Чехословакия, модная женская обувь. Место 3-4, женское пальто, плащи, шубы, норка. Для мам? Спрашивала удивленно круглая фанерка с крупно намалеванной стрелкой. Торговый ряд за ней уводил куда-то наискосок в сторону вокзала и становился еще уже. Словно палаткам там не хватало места, отчего их пришлось ставить ближе друг к другу. «В эти прекрасные ночи...» — заходился от восторга репродуктор молодым женским голосом. «Подарите своей семье праздник. Чешское постельное белье наполнит ваш дом...» «Точно! Репродуктор! Можно же и сделать объявление по громкой связи!» Ольга пристала сначала к одному продавцу, потом ко второму. От нее испуганно шарахались. Третий, сумрачный дедок в кожаной кепке, молча мотнул головой в сторону одного из проходов. Она побежала туда, отмахиваясь от назойливых, как большие пиявки, торгашек, спотыкалась, отбрасывала паутиной налипавшие на лицо влажные шерстяные шали, которые кто-то догадался развесить прямо поперек дороги. Впереди показалось кирпичное строение. Наверняка администрация. И тут многострадальная ручка пакета наконец не выдержала и порвалась. Охнув, Ольга беспомощно смотрела, как раскатываются по грязи оранжевые мячики мандаринов. Хороших, крупных, специально для нее отложенных знакомой с продуктового рынка. Такие очень любит свекровь. «А знаете что? И наплевать! Ненавижу я ваши мандарины! Так их!» И она принялась давить фрукты каблуком один за другим.
Вот так вот, вот! Пусть подавятся, и рынки ваши тоже ненавижу! Размахнувшись, она от души пнула пакет, отчего куски мяса отлетели под прилавок с детскими вещами. Что-то сразу же зашевелилось там. Захлюпало. Из-за свисающих чуть ли не до земли колготок и ползунков было не видно, что именно. «Вот молодцы!» — воскликнула горячась Ольга. «Собак еще развели! Антисанитария сплош...» Она замолчала, вдруг заметив, что у всех ползунков почему-то было по три штанины. «Так, к черту все!» Развернувшись, целеустремленно зашагала в сторону одноэтажного кирпичного здания, однако чем ближе подходила к нему, тем сильнее становился безошибочно узнаваемый запах, едва забиваемый едкой хлоркой. Девушка нервно хохотнула и в растерянности уставилась на объявление, нацарапанное от руки. «Туалет платный, 500 рублей». Свет внутри не горел, но в окошке, рядом с которым висело объявление и одинокий рулончик серой туалетной бумаги, определенно кто-то был. Кто-то ворочался и сопел там, в темноте. «Мама!» Едва слышный тонкий крик донесся откуда-то из-за шеренги покупателей, плотно обступивших Ольгу, но стоявших отчего-то к ней спиной. Растолкав неповоротливые туши, она ринулась в первый попавшийся проход, однако через минуту поняла, что он уводит ее в сторону, закручиваясь вправо, подобно спирали улитки. Недолго думая, она зашла в ближайшую палатку, одернула занавеску и принялась пробираться дальше, переступая через коробки. Матерчатые домики стояли вплотную. Продавцы делали проходы в задней их части, чтобы ходить друг к другу в гости, а некоторые приглядывали за несколькими торговыми точками разом. «Гражданка! Гражданочка, вы куда? Ой, прям по товару, что делается-то? Я сейчас начальника рынка позову!» «Зови!» Пробормотала девушка сквозь сжатые зубы, чуть ли не силой прорываясь через слои какой-то странной, обвисшей и растянутой одежды. Ноги тонули в клеенчатых баулах, на дне которых влажно чавкало, красивая укладка совершенно растрепалась. В волосах, как живая, запуталась невесть, откуда взявшаяся пинетка. «Мамочка!» Крик повторился ближе, но что-то с ним было не так. «Зоя! Зоенька!» Ольга вывалилась в очередной ряд и закрутилась на месте. «Где ты, доченька? Мама!» В окружении продавщиц, уже протянувших к нему свои безразмерные рукава, стоял на картонке и размазывал по щекам слезы мальчик лет 7. Пробившись к ребенку, Ольга подхватила его на руки. Продавщицы негодующе забормотали и закрутились вокруг своей оси. «Что случилось? Ты потерялся?» «Да! Где моя мама?» — рыдал мальчик. «Ну не плачь, не плачь. Сейчас мы всех найдем. И маму твою, и Зою, и все будет хорошо. Новый год ведь. Праздник скоро, а в Новый год ничего плохого не может случиться. Это закон такой, ты знал?» Пацан отрицательно помотал головой, постепенно успокаиваясь. Она поставила его на землю и крепко взяла за руку в варежке. «Тебя как зовут, богатырь?» «Артемка». «Так, вот что, Артемка». «Возьмете!» Гнусаво прогудели ей на ухо так неожиданно, что девушка подскочила. «Что? Возьмете? Штанишки до мальчика? Возьмете? Есть размерчик!» Добавили с другой стороны. Кольцо вокруг них сжималось в одном месте, пока оставался просвет. Сбитая с ног внезапным появлением Ольги, продавщица до сих пор копошилась на земле. Ее дряблые щеки странно вздувались, будто она набрала полный рот живых угрей, и теперь те искали выход. «Мы еще походим, отложите!» — крикнула Ольга и потащила мальчика в ту сторону, откуда раздавались далекие звуки железнодорожной станции. «Сейчас, сейчас», — бормотала она, лавируя между лотков и одутловатых фигур. «Вон там будет выход, а как выйдем, сразу в милицию, да? Там разберутся». Артем едва поспевал за ней, ничего не отвечал, только тихонько хныкал.
В наступивших сумерках ориентироваться стало сложнее, но она очень старалась. На верхних этажах домов Жилмаша, обступивших рыночную площадь, там и тут загорался уютный желтый свет, за шторами чужих гостиных мигали гирлянды, памятник Ленину, темной громадой, нависавший над палатками и неодобрительно разглядывавший локальное торжество капитализма, остался по левую руку, а значит, бежали они правильно. Но где же тогда ворота? Где чертов выход? «Уважаемые посетители!» — ожил громкоговоритель прямо над их головами, отчего Ольга чуть не закричала. «Рынок закрывается через 15 минут. Мы с нетерпением ждем вас в следующем году. Пожалуйста, не забывайте своих близких!» Проговорив это, женский голос начал истерично смеяться, но его быстро сменил очередной рождественский гимн. Впереди появился просвет. Они выбежали на пятачок, образованный несколькими сходящимися рядами. Центр его занимала большая подернутая коркой льда лужа с набросанными для прохода людей деревянными палетами. Слева, из-за стены дубленок, была отчетливо слышна дорога, клаксоны автомобилей и шум покрышек по слякоти. Ольга принялась срывать и бросать на землю плечики с шубами, яростно топча их ногами. Оторвала лоскут ткани от полотнища. За ним обнаружился железный забор, выходящий на трассу. По тротуару, на другой стороне дороги, как ни в чем не бывало, брели по своим делам люди. Женщина катила коляску. Шумная компания подвыпивших ребят ссорилась у входа в стекляшку продуктового магазина. На остановке ждала автобус и переговаривалась о чем-то пожилая супружеская чета. «Эй, вы! Эй! Мы тут! Помогите!» Закричала Ольга, чуть не плача, размахивая просунутой между прутьев свободной рукой. Другой она продолжала держать Артемку. «Пожалуйста, помогите! Моя дочь потерялась, рынок закрывается, а мы не можем выйти! Эй!» Но никто, совсем никто не обращал на них внимания. Девушка решила, что ее голос просто потонул в шуме проехавшего мимо 14-го трамвая. Но нет! Благообразная бабушка на остановке взглянула на нее, недовольно поджала губы и демонстративно отвернулась. Старшеклассник, выгуливавший под окнами собаку, слишком уж старательно смотрел в другую сторону. «Да что с вами всеми такое, а?» И тут ее схватили сзади, быстро оттащили прочь от забора. Ольга зажмурилась, завизжала, как девчонка, пытаясь освободиться. Повалилась на кучу мокрых шуб от чего-то теплую. Рядом с новой силой заплакал Артем. «Тише, тише ты!» — осадил низкий прокуренный женский голос. «Замолчи, дуреха! Кому сказано? Так ты их только привлечешь!» К воне мокрого меха и выхлопных газов добавился новый, неожиданно аппетитный запах. Ольга притихла и открыла глаза. Над ней рядом со своей тележкой стояла, уперев руки в необъятные бока, давешняя торговка беляшами. Она выглядела сердитой, но совершенно обычной. В отличие от тех, кто, раскачиваясь, приближался к ним со всех сторон, волоча по земле свои безобразные товары. «То-то же! Ты мне вот что скажи, дочка. Ты жить хочешь?» «Хочу», — всхлипнула под тяжелым взглядом женщины уже не Ольга Леонидовна, старший сотрудник отдела кадров комбината по производству измерительной аппаратуры, а просто перепуганная Олька. «Очень хочу». «Тогда слушай меня и делай, что говорю. Понятно? Без никаких вопросов. Выведу уж тебя, дуру. А Зою? Мою Зою? Без нее не пойду». «Забудь. Забудь, слышишь? Что упало, то пропало. Ты, баба молодая, еще родишь. Ну, погорюешь немного, от тебя не убудет, а иначе сгниешь просто и всех делов. Вон,
Смотри, уже прутся сюда. Что? Да кто... Нет, я без Зои не уйду ни за что! Тьфу, черт, кобыла упрямая! Ну а этот... Указала женщина глазами на сидящего в луже зареванного пацана. Твой! Это... Нет, тут нашла. Это Артемка, он тоже маму потерял. Ну ладно, сиди, жди, сейчас вернусь. С этими словами женщина повернулась и, тяжко отдуваясь, покатила тележку в сторону других продавцов. Там она начала иногда, по-командирски прикрикивая, объясняя что-то темным фигурам, жестикулировать и показывать на толстых, как сардельки, пальцах, словно неразумным детям. Потом откинула крышку своего ящика, принялась доставать и раздавать нечто, исходящее на морозе паром. Ольга подумала, что ее сейчас стошнит, и предусмотрительно отвернулась. Поставила на ноги продрогшего, громко клацающего зубами Артема, достала из кармана носовой платок, послюнила и принялась оттирать его щеки от грязных разводов, попутно приговаривая, что все хорошо, что сейчас добрая тетя отведет их домой, не надо плакать, ты же мужчина, верно? Вот, а мужчины не плачут. Они храбрые, борются с драконами и спасают прекрасных принцесс. Сзади раздалось поскрипывание колес. «Все, я договорилась. Вставай, пошли!» Вскочив на ноги, не до конца веря, что этот ужасный, кошмарный день все еще может закончиться хорошо, Ольга поспешила за их спасительницей. Цепочкой брели они втроем по проходу настолько узкому, что им двоим было бы не разминуться. Навесы палаток, тенты из пленки и брезента сперва сблизились, а затем переплелись наверху так плотно, что торговый ряд превратился в пещеру в полную шелеста, шорохов, хлюпанья и бесформенных теней нору. Звуки вечернего предпраздничного города сюда больше не долетали. Смутное движение ощущалось вокруг них. Всматриваться в происходящее в глубине палаток не было ни малейшего желания, так что впервые в жизни она была благодарна темноте. «А моя дочка? Где она?» «Ждет тебя, уже не суетись, скоро свидитесь». «Не знаю, как вас и благодарить. Я Ольга, кстати. А как вас зовут?» «Аделаида Павловна, а теперь цыц. Будешь много шуметь, начальник рынка приползет, с ним уже не договоришься». Девушка не стала спорить. 10 долгих минут они шли петляющим коридором, пока их проводница уверенно выбирала нужный путь на развилках, прежде чем Артем начал отставать. Она дернула его за руку, поторапливая. Мальчик стал упираться еще сильнее. Что-то невнятно промычал. Ольга оглянулась. Там были продавцы. Огромные, почти шарообразные, они высовывались из палаток там, где только что прошли люди. Голову Артема оплели и задрали кверху влажные грибоподобные отростки, растущие пучками из широких рукавов и воротников их тулупов, больше похожих на части их тел, чем на одежду. В глубине воротников блестели и перемаргивались россыпи крохотных рыбьих глаз, болтались гроздья уродливых полипов. Глаз же мальчика не было видно, потому что в них вошли эти наросты. Они уже забили его уши и широко разъявленный рот, проталкиваясь все глубже. В нарушаемой только стонами ребенка тишине, издаваемые продавцами, звуки походили на шелест и биение крылышек тысяч ночных насекомых, пойманных в надутый воздушный шар. Ольга не смогла даже закричать. Хотела, но не могла. «Оставь парня!» Бросила через плечо Аделаида Павловна, не сбавляя шаг. Тихо поскрипывали, удаляясь велосипедные колеса ее тележки. «Вот курточка есть! Турция, разменка, грязн вас!» Нараспев прогудело ближайшее чудовище. «Что?» — глупо переспросила девушка. «Что?»
Возьмите водиночки для мужа, потяжки, брухи, бигуди! Клубок чего-то шевелящегося выкатил ей под ноги и распахнулся, как гниющая рана. Внутри Ольга увидела покрытую слизью коробку от импортного набора для завивки. Пустую. «Артем!» — закричала она истошно, приходя в себя, и принялась пятиться обеими руками, дергая ребенка. «Оставьте его в покое, твари! Отпусти, кому говорят!» Раздался уже издалека равнодушный голос торговки пирожками. «Ты же не думала, что рынок вернет тебе дочку бесплатно? Тут за все надо платить! Место такое!» «Ну как же! Так ведь нельзя!» «Хочешь, чтобы Зоя снова мать увидела или нет? Я тебя ждать не буду, учти! Понравилось, ну так оставайся! Свободный лоток для тебя найдется!» «Я так не могу!» – прошептала она. «А ты через «не могу»!» Девушка дернула мальчика, но уже гораздо слабее, неувереннее. Потянула снова и вдруг сама повалилась навзничь. Сквозь пелену слез уставилась на зажатую в пальцах синюю варежку с обрывком резинки и вшитым на ней заботливой рукой именем Артем А. 1Б-класс. Под содрогающееся в спазмах тело Артема тем временем подсунули картонку. Его крутили в воздухе, как куклу, наряжая во все новые и новые слои одежды. И она побежала. Догнав Аделаиду Павловну у входа из тоннеля, Оля обернулась в последний раз, чтобы увидеть. Продавцы отступили. Артем, спеленутый по рукам и ногам, уже не был похож на человека. Он превратился в хныкающий кокон тряпья. Упав на бок, проворно, словно умел это всегда, слепым червем он уполз в темноту между прилавками. «Я все равно не понимаю», — произнесла уже стоя за воротами разом постаревшая на 10 лет Ольга, обнимая без конца, покрывая поцелуями недоумевающую дочь. «Как? Вы же все знали, все видели. Как вы можете тут работать? Тележка эта, чай, кофе». Продавщица, облокотившись на свой ящик, смотрела вдаль над крышами домов, мусолила в ярко накрашенных губах папиросу и явно думала о своем. Наконец, выкинула зашипевший окурок в сугроб. «Жить как-то надо. Я у себя одна на свете осталась, а времена вон какие, сама видишь. Ты соплячка еще, чтоб меня судить, ясно? Вырастешь, поймешь чего-то. А может и нет». «Почему же вы помогли?» «По кочану. Дочь ты мне мою напомнила, она ж такая же идиотка была. Ладно, хорош языком чесать, дуй давай к семейному очагу и дочку береги, я вот свою не уберегла». Когда Аделаида Павловна, толкая перед собой тележку, уже добралась до перекрестка и поравнялась с углом панельки, Ольга нащупала что-то мягкое в кармане пальто. Достала, поднесла к глазам маленькую синюю варежку и все-таки решилась. «Постойте! Приходите к нам завтра Новый год встречать. Проспект Энергетиков, 10, квартира 3. Я гуся запеку». Ничего не ответив, даже не оглянувшись, пожилая женщина повернула за угол и исчезла из виду. Где-то в соседнем микрорайоне дети с радостными криками взрывали петарды, вдалеке залаяла одинокая собака. С неба, сверкая в оранжевом свете уличных фонарей, начал падать медленный пушистый снег.